Итак, ребята, всем привет, мы продолжаем проходить Final Fantasy VII Rebirth. Ну что, нас там поджидает наш старый знакомый на улице. На этой неделе я очень сильно постараюсь сделать 3 серии вместо 2. Просто на прошлой неделе у нас не было видосиков, да? Что такое, Барретт? What light from yonder balcony breaks? Come on down and say hello. А, сейчас иду. Ай, блин. Нужно будет по возможности в этой серии закрыть оставшиеся активности, кстати. И вообще, я подумываю еще, знаете, что сделать? Вернуться в первый регион. Там очень много чего осталось. Хотелось бы там еще секретного босса посмотреть. А то у меня такое чувство, что я его уже перерос в уровне. Так что, наверное, уже не так интересно будет с ним драться. Так что, ну, чем раньше мы это сделаем, тем лучше. Ну, посмотрим, как получится. От разлуки любовь становится лишь горячее, друг мой. Все еще строишь из себя недотрогу, а? Ну, у меня для тебя есть новости, молодой человек. Возможно, это судьба, что именно демону скорости доверили эту задачу. Вернуть Айрис Гейнсборо. Меня? Ты пришел один? Чтобы танцевать танго, нужно лишь двое. Кроме того, мы с тобой станцуем по-крупному. И такое скромное место нам не подойдет. Но не переживай, я нашел идеальный танцпол. Город над нами. Именно там мы сможем танцевать до упаду. Отыщи меня, и мы устроим последнее выступление. Шоу, которое никто никогда не забудет. У тебя очень странные друзья, парень. Наверное, стоит подумать над тем, чтобы убраться отсюда. Людям явно не нужно еще больше проблем. Юффи сказал обратиться к Присцилле, если мы хотим подняться наверх, верно? Давайте пойдем и найдем ее. Спасибо, что разобрались с этим психом из Шинры. Даже не думай, будто мы это сделали ради тебя. Мерзавка, которая сдала нас. Возьмите. Это не так уж и много, но ваше. А это еще что значит? Ваша награда. Точнее, часть ее. Думали, я заставлю вас бескорыстно делать свою работу? Мы на одной стороне. И всегда были. И что, если бы этот байкер взял нас? Тогда мне бы пришлось импровизировать. Но не пришлось, потому что все прошло гладко. Как и с Юффи там наверху. Ну ладно. Новые квесты доступны в этом регионе, подожди-ка. Тут мы, получается, прошли, здесь у нас, видишь, доска объявлений. И, по идее, мы можем взять новый квест, да, в этом регионе? Ага, вот даже как. Сейчас, погоди, сначала дай-ка я посмотрю. Ну да, тут ничего не появилось вроде на карте, но пошли посмотрим, ладно, фиг с ним. Вот, два новых квеста. Первый. Когда слова не работают. Я ищу телохранителя. Моему мальчику-лососю нужно кое-что доставить. И мне бы не хотелось, чтобы чудовища даже смотрели на него. Приходите, если вам интересно. Следующее. Кролик, кролик. И так продолжается много раз. Ладно, хорошо. Получается, смотри, вот первый квест у нас вот... Давайте пройдем, почему нет? Как раз подкачаемся, может, получим какую-нибудь награду полезную достаточно, да? Ха, не думала, что вы тут задержитесь. Ну, раз вам больше нечем заняться, может, тогда возьметесь за работенку? Мне нужно, чтобы вы доставили остаток награды за ваши головы кое-кому. И вот кто ее понесет. Это лосось. Так как он займется доставкой, ваша работа сделать так, чтобы он добрался до места в целости. Похоже, это будет просто, но... Для кого эти деньги? Для сына. Я не видела его с тех пор, как он покинул город. И никогда не возвращался. Я дам ему денег, а дальше пусть сам разбирается. Он уже взрослый. Ему уже пора перестать цепляться за мамину юбку или за ее бумажник. Спросить, где ее сын.
в вороньем гнезде. Парню надоело жить под стальным небом и, наверное, под моим каблуком. И он отправился в горы, к востоку отсюда. Нашел там таких же идиотов, как он. Печально, если говорить честно. Если собираешься бежать, то лучше туда, где происходит что-то интересное, а не заниматься ерундой. Спросить про деньги. Как я уже говорила, я не могу одновременно заботиться о городе и потирать ему жопу. Я старалась изо всех сил, чтобы вырастить его. Давала все, что могла, но пора бы ему научиться самостоятельности. Кроме того, теперь мне нужно заботиться о кое-ком другом. Не так ли, Сось? Принять работу. Премного благодарна. Как только доберетесь до Вороньего гнезда, найдите Тоби. Он вручит вам награду, которую я вам обещала. Но если хоть один волос упадет с лосося, награда вам уже не понадобится. Берегите моего мальчика. Я могу просто переместиться? Типа, ну, в то самое место, смотри. То есть, смотри. Это не то. Как там? Как-то же я, блин. Вот, типа, если держишь, да. В итоге, получается, у нас вот здесь дополнительная задача, я понял. Но он вот здесь. Да, перемещаемся ко входу. Надеюсь, не нужно будет бежать все это время. То есть, можно просто будет переместиться, потому что я, в принципе-то, открыл-то все это добро. Да. А, типа нужно будет за ним бежать, серьезно? Не переживай. Любому чудовищу, которое захочет тебя съесть, сначала придется пройти через меня. Короче, да, нам придется все это время бежать, офигеть. Хорошо. Эй, Клауд, напомни, сколько тебе было лет, когда ты уехал из дома? 14. Подожди, это была весна. Так что 13. Ну, наверное, это обычная вещь для таких парней из маленьких городишек. Что насчет этого сказала твоя мать? Да ничего особенного. Даже не пыталась меня остановить. Как ты и сказал, это обычное дело. Но... 2000 гил. Столько она мне предложила. Чтобы начать все с чистого листа. Ну, мамы есть мамы. Деньги я не взял. Они мне были не нужны, так как я планировал сразу поступить на службу. Но ты все равно устанавливаешь цену за свою работу в две штуки. А я смотрю, ты сентиментальный. Только знаешь, что мне интересно? А вот... А мы что тут вроде были? Да-да-да, просто что-то я как-то бежим, видимо, другим путем, и я не узнаю это место. Ладно, пошли. И нафига ты вот бежишь на монстров? Ты мне скажи, вот просто вот честно. Не достал. Все. Но он вроде не ранен, так что все хорошо, бежим дальше. А, обнаружена точка интереса. Ну, тут типа нужно собрать будет потом сундуки. Ну, точнее, то, что в сундуках находится. Да, мы туда, кажется, не поднимались, потому что тут как-то не узнаю вообще это место. Сейчас давай-ка я заберу здесь все. Не, ну виды прикольные, потому что мне нравится, в принципе, здесь красивенько все сделано так. Ничего лишнего, как надо прям. Интересно так, знаешь, пронаблюдать, как вот. Типа это все, я-то помню по-другому все, да, потому что мир... Я пройду потом оригинальную Final Fantasy, давайте так договоримся. Короче, смотрите, что я сейчас сделаю. Короче, сейчас мы пройдем финалку эду, если, короче, все будет нормально, то я потом сделаю еще. Да ёлки-палки. Так, тихо. Пройдем эту финалку, я пройду оригинал. Тут, кстати, новый враг. Просканируем. Капарвайер – ботаническое существо, которое живет неподалеку от побережья. Их корни эволюционировали так, что позволяют им беспрепятственно перемещаться с места на место. Они слепые и глухие, способны чувствовать врагов через вибрации. Если использовать против них элемент, к которому они слабы, это подавит их.
У нас улучшилась, ну, была улучшена материя льда. Пригодится. Ну, просто, смотрите, чтобы вы понимали, нам пилить как бы в... Вот сюда надо, по идее. Вот здесь где-то должно быть гнездо. Там, может, конечно, есть еще где-то еще одно, но это странно, что так, такая беготня. Ладно, послушай. Что? Знаешь, как родители делают, чтобы их дети не покидали гнездо? Говорят, что еще слишком рано, или они еще не готовы. Все что угодно, лишь бы они не покидали дом. И что? Большая часть родителей ведет себя именно так, но я сказал себе, что не буду таким, что не буду останавливать свою девочку. Не хочу обрезать ей крылья, я хочу, чтобы она воспарила. Ха, я слышу, как ты насмехаешься. Думаешь, я не смогу этого сделать? Думаешь, я буду стараться удерживать ее рядом? О, да. И это меня пугает. Несмотря на то, что я этого хочу, не знаю, смогу ли ее отпустить, когда настанет время. Может, я испугаюсь, встану у нее на пути, постараюсь удержать ее, защитить... Ох, Марлин, как же мне хотелось бы, чтобы ты всегда оставалась моей маленькой девочкой. Не, ну прикольно, что раскрываются персонажи по пути, да как бы сюда. По-моему, там они боятся льда. Я промазал. Почему? Потому что я могу, потому что я молодец, да. Где там был этот гад? Хорошо. Новый вард сейчас поставим. И, короче, вот здесь, по идее, теперь у него, видишь, дам... Смотри, какая тема. Нифига, что творит. Вот это я понимаю. Просто уничтожен, нифига, вот это крутая штука. Чуть-чуть зацепило, конечно, но ничего страшного. Надеюсь, там весь мех на месте. Горы прикольные. Напоминает чем-то, знаешь, те места, где я родился. Там что-то похожее есть. Там есть белые скалы. Ну, что-то напоминает. Я показывал в телеге, когда я был в отпуске. Но, конечно, сейчас тяжело будет найти. А, опять они. Один готов. Все. Бежим дальше. Просто мне интересно, мы куда вообще бежим? Ну, а, может, вот здесь вот так вот мы, скорее всего, обойдем, а окажемся с той стороны, да. Ну, мы уже близко. Подходим к тому самому месту. О, моя милая девочка. Ну что опять? Твой папочка. Твой глупый папочка. Он подведет тебя. Я не могу отпустить тебя. Просто не могу. Барретт, соберись. Марлин только недавно из подгузников вылезла. У тебя еще полно времени. Верно, верно. Я просто накручиваю себя. Она еще не скоро меня покинет. Но потом... Эй! Что-то Барретт какой-то странный на самом деле в этой части. Плюс мне не нравится вот именно в плане Барретта, что было сделано. Сейчас объясню. Его жестикуляции. Мне кажется, что-то они прям чересчур. Прям уж чересчур как-то ему сделали все это. Опа, новые враги. Красивые. Ха-ха.
На вас наложили эффект окаменения. Если получить определенное количество урона с этим эффектом, то вы превратитесь в камень, что выведет вас из строя. Избегайте получения урона, пока эффект не пропадет, или вылечите себя с помощью эсуны, лечебного средства или других заклинаний и предметов со схожим эффектом. Дрейк песчаной бури. Редкая разновидность ураганных дрейков. Создают песчаную бурю с помощью мощных крыльев, ослабляя тем самым свою добычу. Если атаковать ауру, которая окружает их, это создаст торнадо. Аура будет становиться слабее с каждым появившимся торнадо. И когда она исчезнет, Дрейк будет подавлен. Если атаковать его в спину, это ослабит ауру и не приведет к появлению торнадо. Хорошо? Воу! Теперь давай попробуем, а у нее есть? Нет, у нее нету, прикинь. Я думал, что у нее есть ветер. Ну-ка, может быть, что-то еще у меня есть? Хотя вряд ли здесь есть такие какие-то предметы. Нет, ладно. Хотя, подожди-ка. Сейчас, подожди, подлечимся, наверное, лучше. Да, фамильяр вообще очень быстро заряжает Е-полоску. Вот. Да, можно, в принципе, этого. Почти, есть. Один готов. Теперь поехали, Айра. Так, давай-ка, получается у нас Айрис, Кьюр и, наверное, на Клауда. Во, получилось. Готов. Красота. Ну, это были типа боссы этой миссии. Боёв уже, скорее всего, не будет. Да, мы, кажется, подходим к месту. Лосось, что ты здесь делаешь? Проделал такой путь и все еще полон энергии? Мы знакомы? Мы его телохранители. Твоя мама наняла нас, чтобы мы его охраняли. И чтобы убедиться, что ее мальчик получит свое денежное пособие. Оставьте себе, я не возьму ее деньги. Я сам могу свести концы с концами. Это кто, Дилан? Твои друзья? Клэр, зачем ты встала? Ты же знаешь, что тебе нужно больше отдыхать. Я понимаю, что вы проделали такой путь, но я не могу принять деньги. Просто убедитесь, чтобы Лосось добрался домой в целости. Ты точно весь в мазь. Такой же упертый. Ну как хочешь. Тогда, может, ты возьмешь? Тут целое состояние. Если вам и правда не нужно, тогда я заберу. Но как отец, я уверен, что вы хотите, чтобы у ребенка была лучшая жизнь.
И по своему опыту скажу, это не дешево. Подумайте. Это правда. Мы возьмем их. Дилстер! Искал тебя, чувак! Тоби? Прости, был слегка занят. Подождите. Вы случайно не ребята из лавины? Ронда говорила, что могу на вас наткнуться. Лавина? Подожди, ты хочешь сказать, что они взрывали реакторы? Суперзвезды собственной персоной. Должен сказать, что для меня это честь. Кстати, раз уж вы тут, можно попросить вас об услуге? Вроде вы разобрались с делом Дилана. Да, так и есть. Вот и хорошо. В таком случае, пойдемте в мой офис и переговорим. Нам сюда. Ну ладно, так, одну миссию мы завершили, теперь новая у нас появилась, да, я смотрю? Ну, пошли. Блин, вы мидгардцы, что-то с чем-то. Когда увидел вас по новостям, у меня башню сорвало. О, там есть торговый автомат, и здесь еще можно в Кровь Королевы поиграть. И вот вы тут, собираетесь мне помочь. Мечты сбываются. Сейчас, секундочку, один момент. Продолжаем. Сейчас только сначала можно, я куда-нибудь сюда зарулю. А, смотри, что там есть. Тут есть пианино. Заинтересовал этот старый клавир? Я Дориан, представитель Ассоциации поддержки пианистов. Это мой долг — поддерживать тех, кто освобождает музыку из страниц и оживляет ее с помощью своего исполнения. Собирайте ноты для пианино по всему свету и добавьте эти композиции в свой репертуар. Если получите ранг А за исполнение, поговорите с Дорианом, и он вознаградит вас за ваше музыкальное мастерство. Надеюсь, ты поможешь мне в моей миссии распространять радость от игры на пианино во все уголки мира. Как я могу тебе помочь? Рассказать Дориану, как вы сыграли. Вы получите награду за ранг А. Конечно, путь музыкального просвещения не знает конца. Поэтому я прошу тебя помочь мне делиться радостью от музыки по всему миру. Давайте сыграем. Я, конечно, не люблю эти мини-игры с пианинами там, со всяким. Ну, типа, ритм игры, я просто небольшой фанат. Но все равно давайте пройдем, посмотрим. Почему, в общем-то, нет? Нажмите на тачпад, чтобы выбрать ноты, которые хотите сыграть. Во время исполнения двигайте стики в правильном направлении, когда ноты будут двигаться из центра, чтобы сыграть и мелодию, и сопровождающие ее аккорды. Пианисты, виртуозы могут увеличивать скорость нот, чтобы усложнить себе задачу. Ну, поехали. Показываю, наверное, сразу удачную, в случае чего. Ну, если сейчас не получится с первой попытки. Не, что-то вообще не могу. Косячу. Не, подожди, давай сначала. Thank you.
Ну, уже лучше, но все-таки я думаю, что опять косяк. Ну давайте. А, ну наконец-таки. Ну там еще есть типа лучше, это звездочка. Это 14800 надо. Не, ну пока хватит. На А мы прошли и хорош пока, подожди. Финиш, все, хватит. Я тут реально долго просидел, у меня тут уже пальцы отваливаются. Не, ну тяжело. Вот именно стиками, все равно тяжело. И это еще самое легкое, типа, ну, вы поняли. Поделишься со мной своим исполнением? Сладкозвучные мелодии куда приятнее, если сыграть их на пианино. Спасибо, что делишься этой радостью с миром. Надеюсь, ты еще порадуешь нас великолепным исполнением в следующий раз. Ну ладно, пошли. Капец, это было тяжело. Ёлки-палки. Сейчас, погоди, знаешь, что мы сейчас сделаем? Тут у нас есть кое-что. Во-первых, можно отдохнуть бесплатно. Смотрим, что продается здесь. Что-то новое есть? Лак айтем. Не-не. Все не то. А вот есть, кстати, слушай, пак один. Давай докупим. Вроде все. А, не сюда пошел стоять, пропустил поворот. Итак, вот в чем дело. У мыса есть большой маяк, и кто-то, называющий себя наемниками Джунона, превратил это место во что-то типа убежища. Наемниками? Оу, они случайно не твои знакомые? Нет. Ну, в общем, оттуда открывается прекрасный вид. Мы частенько туда ходили отдохнуть, но теперь это стало слишком опасно из-за чудовищ, а наемники ничего с этим не делают. Так что я надеялся, что ты сможешь убедить их помочь. Спросить про наемников. Они сделали много добрых дел в Мидгаре и в травянистых равнинах, якобы. Просто если они совершили столько добрых дел, то почему теперь ничего не делают? Спросить про маяк. Маяк впереди, прямо около мыса. Похоже, раньше он был нужен, чтобы направлять корабли, еще во времена Республики, но это было очень давно. Это далеко от дороги, и там полно монстров. Только сумасшедший решит, что туда придут клиенты. Оказать ему услугу. Ты лучший! Ты знаешь, я верил, что могу на тебя положиться. Так ты поможешь или что? Я? Ты можешь учуять проблемы. Полагаю, это делает меня наиболее подходящим кандидатом. О, профессиональный совет. Если появится возможность, прошвырнитесь по холму. Может быть, даже увидите великого кондора, если повезет. Если вам, конечно, такое интересно. Угу. Это нам получается, куда надо пилить? Подожди. Капец, так неудобно сделано. Вот. Они однозначно вложили всю свою энергию в рекламу. Думаю, они будут рады это услышать. Пойдем. Ну хорошо, мы на месте, но только ничего не происходит пока что. Только куда идти-то? Вот где-то здесь еще должно быть, ладно. Давай подниматься. По-прежнему никого не вижу. А, вот. Приветствую. Кирия, из наемников Джунона, а вы? О господи, Клауд? Кирия, какого черта ты здесь делаешь? Просто замутила бизнес. Бабушка разразилась очередной тирадой. И я поклялась себе, что заработаю деньжат за городом, чтобы утереть ей нос. О, точно. Может, будешь работать на меня? Мне бы пригодился еще один наемник. Плюс ты не так уж и плох. Ни за что. И хватит называть себя наемником. Ты создаешь дурную славу настоящим наемникам. А что вообще значит наемник? Никто же не знает.
Кроме того, весь этот бардак из-за тебя, дядя. Я проделал такой путь в Джунон, чтобы заработать. Но никто даже не знает, что мы тут. И что мы вообще существуем. Ноль огласки, ноль клиентов. А это же основа бизнеса. Раз уж ты так хреново себя продвигаешь, я решила взять это в свои руки и устроить рекламную кампанию. Но что это за стиль? Худой и скучный блондин? Звучит как билет к моему банкротству. Просто аллергия. Что? Да ну ты брось! Эта штука умеет разговаривать? Верно. О, какой ты милашка. Эй, знаешь, я всегда хотела завести себе домашнее животное. Иди сюда, иди к мамочке. Вот блин. Ладно, забудь. Точно. Как я уже говорила, я проделала эту работу ради нас. А мы так и не привлекли ни одного клиента. И если мы не поторопимся, то твоему начальнику и пиар-менеджеру придет конец. Но не переживай. Я уже успешно применила свой креатив и записала эту песенку. Вот и новый наемник в городе. Она прям самая лучшая в округе. Она уже открыта, так что приходите. Круто, да? Народ будет выстраиваться в очереди. Подожди, чудовище? Ну что их сюда привлекло? Уверен, твоя агрессивная реклама к этому не имеет никакого отношения. Пожалуйста, Клауд, ты должен мне помочь. Ведь никто лучше не знает, как разобраться с монстрами, чем наемник. Ну так найми сама себя. Ты же профессионал, не так ли? Ну да ладно тебе. О, я даже тебе вот такого подарю. Нет уж. Подожди, наши жизни в такой же опасности, как и ее. Придется драться. Капец. Притащила ее из Мидгара, блин, сюда. Девица-то, ну то помнит с прошлой части. Ну я думаю, вы посмотрели по-любому, поэтому знаете, о ком речь. Та еще заноза в заднице. Давайте, избавьтесь уже от этих тварей. Я думала, вы профи. А кто у нас тут огненный? По-моему, Айрис. Сейчас, назад. А я, между прочим, видела, как ты пропустил удар. И они называют вас профессионалами? Фу. С такими неудачниками наемники вроде вас легко справятся. В принципе, мы сейчас лаг добьем. Разруби их пополам, мой подчиненный. Хотела бы я это заснять. Вышла бы отличная реклама. Нифига, их просто разрывает, капец, да? Ладно, тик-так. Боссу становится скучно. А она платит тебе не за то, чтобы ты там балду пинал. Ну, либо здесь она повторяет одно и то же раз за разом, поэтому, ну, то есть одни и те же фразы в том же самом порядке, поэтому я не вижу смысла это озвучивать. Поехали. А, у меня, мне нужен не огонь, а лед, по-моему, чтобы их охладить. Красота. Ну, сейчас сами его, по идее, добьют. Все, дальше что у нас? По планам. Ох ты, ни хрена себе, подожди.
белая пена, мутировавший флан, который впитал в себя загрязненную мака, морскую воду и стал отравленным. Они целиком заглатывают свою добычу, медленно ослабляя ее своими жидкостями. Если наносить урон элементами, это подавит их, но также позволит выработать иммунитет к поглощаемому элементу. Как только они накопят достаточно энергии, они проведут мощную магическую атаку. Попробуем. Быстрее назад. Хотя мы можем сделать иначе. Стой. Красота. Хорошо. Опа, стоп. Ну, в принципе, знаешь, что сейчас можем сделать? Мы сейчас можем использовать ее лимит. Все, изичи. Фух, рада, что все закончилось. Теперь понимаю, почему у меня не было клиентов. Они просто не могли пройти мимо этих страшил. Рад, что ты хоть что-то поняла. Ох, ну... Думаю, придется на время закрыться и прибрать тут. Ладно, я побежала. Уверена, дальше вы и сами справитесь. Увидимся позже, товарищ наемник. Эй. Хочешь пойти с мамочкой? Давай, я знаю, что ты хочешь. Ладно, до встречи. Я бы не пожелал встретиться с ней, даже заклятому врагу. Согласен с тобой. Чуваки! Я увидел, как монстры направляются к вам. Очень переживал. Но, похоже, не стоило. Нужно было догадаться, что лавина справится. Чисто из любопытства. Что стало с тем наемником? Она уехала. Вот лентяйка. Ну, полагаю, нужно тут прибраться. А, точно. Ронда говорила, что ты тоже подрабатываешь наемником. Серьезно? Не могу поверить, что ты мне это не сказал. У лучших друзей не бывает секретов друг от друга. Ну, надеюсь, ты поможешь мне в следующий раз, если потребуется помощь. Допустим, хорошо. Новое задание завершено. Ну, очередное задание завершено. Я предлагаю еще сделать, что у нас там вообще по здоровью. Ну, в принципе, думаю, стоит отдохнуть пойти, да? Мы заслужили. Миссия забавная была. Не, ну, схватки такие прикольные. Слушай, мне за Айрис, вот с этой палкой прям безумно нравится играть. Чё-то я прям кайфую, трындец. Очень приятно так долбить, как в шутере. Так, ну знаешь, что надо еще сделать? У нас же там есть трансмутация, да, что-то можно замутить? Так, этого не хватает у нас здесь. Да-да-да, это мы все сделали. Подожди-ка, это мы не сделали. Не, не хватает. А, все не хватает, да, материалов. Ну, мы все вроде как эфир можно сделать, ну-ка. Да, вот получили опыт. Что еще? Вот получается у нас... Первозданное воплощение милости планеты. Не знаю, что это такое вообще. Какой-то предмет. Ну, не хватает материалов здесь опять же. Вот здесь что-то можно. Да. Давай попробуем, почему нет. Угу. Потом что-то еще могу сделать. Да, вот что-то новое. Увеличивает максимальное количество МП и силу магии на 5%. Дает иммунитет к тишине. Ну, это типа эффект, который блокирует магию. То есть ты не можешь кастовать ее.
Кстати, это вот Арис в самый раз будет. Давай ей поставим. Где оно было? Отдыхаем. Надо купить этого, господи, пуха Феникса, потому что что-то у нас не хватает его. Затариться им, чтобы он просто был. Вот. У меня только один оставался. Ну, хотя бы штук 10, что ли. Чтобы было. А потом еще вот эта вот штука, она, получается, кого-то будет. Можно разбудить, типа, ну, персонажа, если вдруг там его, скажем так, усыпили. Это все у меня достаточно. Хайпоушны так бы пригодились. Давай еще 6 штук 10. Лишними не будут. Тут вроде как все. Ну да. Теперь вот здесь кое-что давай прокачаем всем. Так, у меня всего 5 СП доступно. Ну, вряд ли что-то я смогу. Хотя могу, подожди-ка, вот здесь. Увеличивает урон от навыков оружия на 3%. Потом Барретт у нас, значит, да? Что нам с тобой-то делать, друг мой? Объединитесь с товарищем, чтобы провести дальнюю рассеянную атаку. Что-то еще мы... Давай это прокачаем, так и быть. Заряжает 3 шкалы АТБ. И еще у Айрис, может, что-то еще я здесь могу интересного найти. Ой, подожди, стой. Как там уменьшить? А как, типа... А, типа нельзя отдалить. Печально, не очень удобно сделано, если честно говорить. Не, ничего пока прокачать я не могу полезного. Не хватает СП. Ладно. Теперь смотрим, что у нас осталось. У нас что-то вот еще вот здесь надо пойти проверить. Тут, потому что пока недалеко, я думаю, стоит сбегать, да? Пойдем. Почему нет? Раз уж мы начали сегодня сайды проходить, давайте зацепим и вот это вот интересное что-то. В следующей серии дальше по сюжету пойдем. Не переживайте. Тем более, опять же, если я планирую 3 видоса, хотя тут, конечно, болтовни здесь просто трындец, так что... Не знаю, успею ли я сделать 3 видоса, но я очень сильно постараюсь. Главное, чтобы вы были активны, ребят. Просто очень много болтовни. На это очень много времени уйдет, конечно. Но прорвемся. Не впервой. И раз уж мы здесь, давай заглянем тогда сразу, смотри, чем сейчас вот это вот мы пройдем. Давай все-таки один раз я сыграю в этот, как его, в Форт Кондор. И в следующей серии мы уже добьем последний Форт Кондор. И скажи тебе, скажу. И сайт последний. И считайте, мы с этим регионом закончили. Если опять же тот сайт последний. Хорошо, ладно. Слезаем. И что я должен здесь увидеть? Типа, в чем прикол? Ну, допустим, да, сейчас ради прикола мы кое-что сделаем. Сюда же можно залезть? Нельзя. Ну, короче, вот, допустим, я выбрал какой-нибудь вид. Вот такой вот, да? Красивый вид, смотрите. Условно. И я, короче, беру. Вот так вот. И, по идее, нужно фоторежим. Я такой, бэмс, как-нибудь вот так вот, допустим. И как мне это сделать? Ну, все. А, типа, нужно на options нажимать и делать скриншот, что ли? Правильно? Ну, короче, да, типа, просто с помощью кнопки Option сделаешь эти. Ладно, допустим, это ничего, короче, не значит. Печально, досадно, но ничего не поделаешь. Сюда я могу переместиться куда-нибудь поближе? Давай на Чокоба. Поскекали. Только что-то я, подожди, не могу сюда пролезть. Вот, с этой стороны, видимо, нужно просто было. Мы на месте. Засек энергию проторреликвии, исходящую из настольной игры. Полагаю, можно с уверенностью сказать, что это точка входа. Тогда чего же мы ждем? Давайте влетим туда и расквасим еще парочку черепов Шинре. Эй, прежде чем мы это сделаем, мы точно сможем вернуться?
Основываясь на анализе вашего прошлого путешествия, я уверен, что вы сможете вернуться после завершения матча. Если не выйдет, то уверяю, я смогу вас сам оттуда вытащить. Ну ладно. Где-то вот здесь, да. Сейчас только один момент. Соберем все, что плохо лежит. Тут вроде больше нет ничего, я так понимаю, да? Не-а, все, заходим. В Джуманджи. Кто помнит такое, да, еще? Не думаю, что когда-нибудь смогу к этому привыкнуть. Да все не так уж и плохо. Оу. Я захожу! В атаку! Как такое может быть? Капитан! Бойцы, вы подоспели вовремя. Идемте, друзья. Давайте объединим силы, дабы уничтожить этих чудовищ и забрать мое сокровище. В смысле твое сокровище? Оно из нашего мира и принадлежит нам. Ой, да хватит уже ныть, мужик. У нас нет на это времени. Прямо сейчас, нам пора. В атаку! Ваша задача — помочь нам пробиться через оборону противника и получить артефакт, который они украли. Боюсь, мы проиграем, если будем использовать агрессивный подход капитана. Пожалуйста, без вас мы не справимся. Капитан, мы идем! Наш выход. Капитан или какой-то идиот откровенный? Ладно, получается, я кого хочу? Так, защита... Ну, в принципе, то есть, короче, да, вы помните все правила, что я буду вам сейчас все рассказывать. У меня все есть, что надо, я готов. Вы пожелайте мне удачи, блин. Значит, начнем, наверное, а вот отсюда, наверное, все-таки лучше. Я отправлю элиту сразу. И к нему на помощь клирика, чтобы он его лечил просто. Энфорсера. Мы можем двигаться дальше. Хорошо, тогда давай элитного авангарда еще одного. Сразу клирика второго. Опа, он прорвался. Что-то какая-то жесть. Так, хорошо. Трибушет. Потом сразу вот здесь у нас. Давай-ка мы энфорсера. Быстрее сюда. Трибушет. Здесь у нас сразу... Ух, тут проблема у нас, конечно, да. Вангард. Здесь сразу клирик. Быстро энфорсера. Я сейчас накоплю еще просто вторую, второго этого персонажа хочу призвать. Энфорсер. Клауда. Потом сразу элитного авангарда. Потом сюда давайте сразу сейчас кого-нибудь рейнджера. Быстро рейнджера.
Вангарда. С первого раза получилось, офигеть. Я прям настоящий стратег. А может и нет. Получилось, ура, красота. Капитан, мы победили. Верно. Но не время отдыхать, пока моя награда не окажется у меня. А теперь в атаку! О нет, не смей! Вот балбес! Что все это значит? Капитан, подождите! Не бросайте нас! Ну, все-таки, слушайте, в этот раз что-то как-то повеселее было. Я уже так плюс-минус разобрался, так бодрее пошло в этот раз, чем в прошлый. Добро пожаловать в реальность. Оу, похоже, вы вернулись с пустыми руками. Прости, пацан. Не извиняйтесь. Я хотел бы сделать больше, но там такие помехи. Мы имеем дело с мощным источником энергии. Настолько мощным, что он может поставить под сомнение текущее представление об энергии. Эй, Чадли, я слышала, как капитан называл проторреликвию сокровищем или чем-то типа этого. Тебе что-нибудь об этом известно? К сожалению, нет. Но я, конечно, могу предположить, но мне требуется больше данных, чтобы с уверенностью рассуждать на данную тему. Но я могу сообщить местоположение реликвии. Давай сходим туда. Угу, хорошо. Осталось... А, тут получится еще два. Ладно. В следующей серии добьем тогда уже. А пока все, ребят. Спасибо, что смотрели. Надеюсь, вам серия понравилась. Не забывайте тыкать пальчики вверх, вообще быть активными, чтобы следующее появилось как можно скорее. Опять же, еще вещи, тут многое зависит, конечно же, ребят, еще и от того, сколько будет диалогов. Если диалогов будет прям дохрена, ну, конечно, я могу не успеть. Но вы тоже поймите, меня тоже человек, я не могу с такой скоростью работать, я не электровеник, и так выпускаю ролики, как могу. Но, в общем, короче, как только смогу, надеюсь, постараюсь как бы все нормально, хорошо сделать и быстро. Да, давайте так. Все, спасибо. Все знаете, все ссылочки в описании. Всем пока.